Друзья, это топ-1 онли с револьвером. Я нереально давно хотел записать это видео, я пробовал, мне ничего не получалось, и в итоге просто вчера на стриме мы нечаянно взяли долбанный топ-1. И чтобы вы знали, после этого топа с револьвером мы сыграли еще одну катку прям подряд и тоже взяли топ-1, и эта катка выйдет завтра. То есть, ребята, ну просто какой-то разнос кабин. Все, ребят, не отвлекаю, всем желаю приятного просмотра, и также вот буквально небольшое напоминание, у меня есть Инстаграм, если у вас тоже есть Инстаграм и вы хотите подписаться, то ссылочка есть в описании. Нужно эмоцию прям туда загнать. Лази. Ля, блин, красиво, красиво. Мне все нравится. И тут наверху Тима сидит. Мы эмоции загнали. Ужас, ужас. Этот ужас, ребят, это просто ужас. Ужасно, знали, что это такое? Мы не знаем, что это такое. Можем прям по лутазу жестко. Прям жестко. Можем камешки упасть, нам вот прям лута. Один револьвер на двоих, да? Угу. Полетели на парашютах до сюда. Там на тачку и... Ну и, конечно же, спонсор этого видео — букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там самые большие коэффициенты, самые быстрые выплаты и самое главное — мой личный промокод RUVIA, который дает до 6500 бонуса при первом депозите. И ссылочка находится в закрепленном комментарии. Я нашел машину. Я тоже ее вижу, наверное, да? Угу. Бордовая и... Лада. Бордовая Лада, чисто. Бордовый Лад. Лад. Влад. У меня какая-то... У меня тоже, кстати. Тоже бордовый этот... Лад. Лад. У нас реально одинаковые тачки? Угу. Офигеть. Вот это, ребят, лайк. Просто лайк, подписка на Инстаграм, ребят. Ссылочка на Инстаграм в описании и в чатике сейчас будет. Если модеры не забудут. Кстати, зона вообще огонь. Ля, класс. Аксирук, я, наверное, пока пролутаю эти два кемпа. Вот. Они довольно большие, довольно крутые. Револьвер в первом же домике. И хаешка. Блин, это просто идеальный дом. Насколько он может быть идеальный? Он прям идеальный. Go norm top. Please, точка. О, на какая норм топ? Когда у тебя ДР? Я же буду с собой теперь носить. А, кто я? Спасибо огромное за счет полтинник. Просили просто топ. Ну, после откатки, короче, если мы сдохнем, а мы сдохнем. Попробуем. Чисто обычный, крутой, топ, киберспорт, все дела. АДР у меня 9 июня. Подвал? Ты что, не знал? Первый раз вижу. Ты так там сильно не пугайся. Там можно лутаться. ДПшки, херешки. Кстати, как тебе торчок? Не знаю. Не, ну согласись, то есть вроде ни о чем, но при этом заело. Ну, оно прикольное, они делают вирусные. Ну да, понятно, то есть... Короче, смотри, там вот... Там пушка, там мой братишка сзади. Так это ты, блин, какой братишка. А, я могу, да. Короче, Серег, чек, вот прямо сейчас, вот весь стрим свидетель, и ты, как я угадываю, готов? Так. Первое место Рашка, да? Без рофла, я прям так думаю. Второе место Азербайджан. Без рофла у них офигительный просто. Ты смотрел их? Нет, я только Рашку смотрел. Я тебе говорю, просто офигенно. Вот мне понравилось. А третье место, не знаю, мне похрен. Вот эти два, вот прям 100% первое и второе. Да, Россия и Азербайджан. Еще там страна, у которой флаг в виде листика. Ну это Канада, наверное, брат. Не-не-не, не такого листика. Че, Серег, валим зону? Я думаю, сейчас поедем. Блин, у меня первый рюкзак, ой, первый броник и только одна аптека, мне это напрягает. У меня, кстати, тоже одна аптека. Сколько у тебя раскидок вообще? Ноль. Вообще ни коктейля, ни смока, ни хаешки, ни флешки? Вообще ничего. Бомжиха, у меня три хае, флешка. А что у тебя по холодному оружию? Я его даже не собираю. Ребят, у меня тиммейт вообще неудачный. Вообще, у него ничего нет, вот как он может пригодиться? Ага. Смешно. О, нашел смок. О, полезно. А что, нет, что ли? Ну, кстати, на самом деле смок полезно. У меня, кстати, ни одного реально. Я их, правда, вообще никуда не кидаю. Блин, я только сейчас узнал, что здесь подвал. Да не добавили. По-моему, я очень много пропустил. Серег, я врезался в сток сена и разбил себе лицо. Все энергетик принимаю. Серег, я ничто не намекаю, но сейчас могу теоретически дроп залутать. Это тринда мне. Теоретически дроп залутать. Не надо. А я вот не хочу. Но он меня так и зовет. Богдан, залутай меня. Это
клиника Богдан. Там была ДБС. У меня... Подожди. Брат, притормозили, меня сейчас обосут. У меня мозг не заводится. Завелся. Я своровал, и меня еще не убили. Воришка. Короче, не подъезжай сюда вот на поле, где я был. Не знаю, короче, я в тебя верю, как-нибудь пройти куда-нибудь. Зона, давай, что-то прикольное. Прикольно. Прикольно, конечно. Но нет. Бедный Серега. Не дай бог тут люди просто. Я приехал прямо на край зоны, но просто жду тебя, короче. Слушай, Серег, ну неплохо, у меня третий шлем, третий броник и револьвер. Блин, мне кажется, прям все идеально. Ну у меня 5 ментов, один шприц, один энергетик, все. Броник там, шлем. Серег. А броник там, шлем. А, фулба? Угу. Неплохо. Виу! Что-то, мне кажется, ребят, Серега не доедет. Я? Угу. Я всегда доеду. Капец, тут херачит недалеко, Серега. Мне кажется, сюда ехать не вариант. Без рофла сваливаю отсюда нахрен. Не знаю куда. Блин, я не знаю куда реально. Го, встретимся где-нибудь. Я не знаю где, черт возьми. Я на лодке мчу. Угу. Ждем вот. А, ты сейчас реально на лодке? Да. Я, Серега, вообще черт знает. Блин, давай я тогда туда заеду, заберу тебя. Интересно, если это будет топ-1, как это монтировать вообще? То есть я всю катку просто гоняю на чем-то где-то. Ой, гонщик приехал. Здесь можно полутать, кстати. Угу. Только сюда на свалив, сейчас зона уйдет, нам тренда. Да, пофиг, мы успеем. Здорово. Фух, так, хорошо, лутаем. Лутаем мы все это. Лутаем. Блин, зато я могу хотя бы своим видом просто, я не знаю, пугать противника. Типа, третий бронь, решили, мне что-то есть по-любому серьезно. Они такие, а, страшно, убегают, а я с револьвером. Только рано или поздно они это поймут. Когда стычки в ногу, я дам, там, не знаю, 5 урона. Это, кстати, неплохо. 5 — это не 2. Да, 5 не 4 даже. Действительно. И не 3, и не 6. 5 это 5. Самостоятельная, незалежная цифра. Блин, Серег, я не помню, где мозг оставил. Они прям подо мной. Угу. Серег, ну может быть этот как бы... У нас по шансам, кстати, маловато. Они аэродроп смотрели, кстати. Угу. Который я залутал? Да, уехали. Вот тут была еще хаешка. У меня хаешек, знаешь, сколько? 5. Я тебе скину тогда. Мне бы аптеку одну хотя бы. Угу. Все, Серег, я предлагаю подождать сужение, потом по сужению уже просто сгоним. У меня всего лишь одна аптека. Блин. А у тебя? Да ноль. Ноль, вообще ноль, у меня 10 бинтов. Один пинт, все. Боже, как ты дожил до этого вообще? Тебе почти 30, Серега, у тебя ничего нет. Зачем тебе это напомнил? Зона, давай. Блин, я даже не знаю. Слушай, а может уже пешком будем херачить? Ну, а что нет-то? Все, давай, пешком. Блин, не могу залезть. О, залез. Тут текстуры похожи на какой-то желатин. Желатин же так выглядит. Не знаю, дай бинтов, модерку передай. Держи, а бусты нужны? У меня просто 6. Давай. Сколько тебе дать? Сколько тебе? Да как ты вообще дожил реально, Серега? Братан, тут есть 2 дома, короче, надо повторить. Давай. Сейчас, готов? Прикинь, сейчас забегаем в дом, а там 2 челика в каком-то из них. Это не в каком-то, в который забегаем, именно тот. Да, проверим. Не дай бог, блин, опять умрем. Я этого не перенесу, Серег. Вот дверь. Не, это невозможно. Нам так вести не может. Аптека, кстати. Ого! Сейчас скину, брат. У тебя же ни одной вообще, да? Короче, тут на втором этаже вот хаешка, прям где сковородка, и как раз еще и аптеку скинул. Боже, мы бомжихи, мы просто. Мы вообще ничего не нажили, мы все катку лутаем, ничего нет. Ну ничего вообще просто. У меня одна аптека, ну что это? За жизнь такая. В топе в каком-никаком. Топ-21. Блэкджек, ёпта. Все, чилим? Да. Ну все, почилили, хватит. Бежим. Нам нужна тайная комната какая-то в этом доме. Я нашел. Они сюда все хотят, да?
Она... Серега, подожди. Я тебе отвечаю. Я кинул просто выше тебя. Подожди, видишь точку? Она упала просто со стены прямо тебе на голову. А так можно было? Брат, прости, я реально не хотел. Ой, вот так и живем. Я думал, что она только при попадании, она просто даже если руинится. Серег, нужен эксперимент. У тебя прокоцался? Прокоцалось что-то? Угу. Реально прокоцался? Что? Полшлема у меня нет. Это же просто сковородка. Или мачете, что это было, я не помню. Блин, Серег, короче, надо же... Блин, реально нужен эксперимент. Прям очень важный. Встань под стенку. Стой, стой, может сюда, вот, когда я стану, кинь прям вот самый верх, сейчас стрелять не буду, вот прям самый угол верхний кинь. Давай. Давай. Стой, почему не кидай? Я скину все, чтобы этот... Мне жалко. Давай, кидай. Сейчас, подожди. Не попал. Может, подберешь? Я забыл на какую кнопку. Давай. Да ты меня убьешь, нет? Да только не в голову, давай вверх кидай. Проползи чуть-чуть на меня, видишь, она отскакивает. Боже, а как ты с противниками воевать-то будешь, Серег? Примерно так же. Из мора буду брать. Я еще дальше стал. Да боже, Серега! Она еще дальше отлетает. Вот, давай я дальше стану. Все, я уже прям там стою, но она попадет. А ты еще дальше, как ты это делаешь вообще? Ты на... Давай, я стал прям наверх. Ай. На-ка. Ну да, она походу просто, ну, при любом раскладе, она если падает прям на тебя, то ты получаешь дэмэдж. Зона, да? Брат. Да, вижу, брат. А там где зона, там люди. Угу. Только что косарь человек стрелы как-то не мог сковородкой попасть, нормально. Ребят, всем привет, мы, кстати, Dream Team. Пошли. Сейчас буст примут, вообще рано еще, Серег, давай посидим, пока поживем. Нам нужно мыкаться где-нибудь здесь сейчас, потому что здесь есть люди, здесь есть люди. А можем даже просто потом прибежать и просто ползти. Ага, где пушка? Бывает. Чувак, 18 человек, мы готовы, да? Да. Все, я предлагаю просто на край зоны реально где-то лечь, пока стреляются, погнали. Не, мы как мышки. И дверь надо закрывать, надо быть культурным. Там чувак расшибся. Угу. Рональд 68. Бедняжка. Жалко, пацан. Ай, блядь. Так, вон аирдроп падает. Угу. Кто-нибудь бежит? Пока. Блин, нет. Камень вроде в зоне, не? Да, вроде камень в зоне. Но под камнем нет травы, я не знаю, где там ныкаться. Ну, можем еще ниже, там еще есть камень. Погнали. На мужика, на мужика. Где-то найти прям такой хороший вкусный кустик и прям там сесть. Вон, я нашел. Ну, смотри, где? Сколько их. А, вот, да, кстати. Блин, чувак, без рофла там можно прям лечь, реально. Только если нас запалят, то нам точно триндец. А нам в любом раскладе, если запалят, триндец. Не, ну мы без палим набежим, да? А, там кемп с кемпом воюет. Да-да. Главное кемпов. Бежать с уверенностью просто. Да, все. Мы уверены в победе на 100%. Я их вижу. Блин, чувак, если сейчас запалят этот трендец, все, Олег. Не, меня вроде не спалили. Все, и не двигаемся. Когда тебе требуется вот просто лечь, так как лечь? Ой, жопа. Блин, тут кусок, кстати, заканчивается где-то прям недалеко. Да не, еще нормально, еще можно ползти. Угу. А ты понимаешь, там у челика реально фулл третий набор АВМ. Вот что мы должны делать, чтобы выиграть этих ребят? Так, я от них максимально засейвился. Я тоже. Вот эти кустики мне больше нравятся, поползу у них. Я чувствую себя вообще в безопасности. Прикинь, сейчас топ-1, добьем последний тим и гранатами, ни разу не убив никого с револьвера. А такой, скорее всего, ну так и будет. Это прям возможно на 100%. Знаешь, главное лежать и просто чувствовать, что ты победитель. То есть, и неважно, никто тебя не тронет. Даже если тронет, ну, ему больно будет, больно, плохо. Я кустик. Прикинь, что будет просто ехать и собьет нас нечаянно. Ой. Такое уже было. А, он разбился, братан. Угу. Он упал. Нокнулся, его добили. Блин, справа сверху херачит. Я встал случайно, хотел карту открыть. О, уже капец зоне. Страшно, да. Братан, у меня над ухом какая-то штука стреляет. Это просто потоки ветра. Онлайн ровно косарь, кстати. Да-да-да, здорово. Так, бро, я пополз дальше в кустик. Прям в зону. Я тоже. Я буду крутить через лево. Угу. Хороший мув. Вижу челика. Ну, далеко, ладно, пофиг. Не, ну нам так-то жопа. Это так, если просто констатировать факт. Так, там с горы еще воюют. Угу.
Блин, им прям к нам бежать. Серег, главное не двигайся. Если к нам бегут, надо трупами притвориться и все. Как сундук схватить? Типа, знаешь, встать и начать стрелять, и ты только падаешь, типа умер, типа он убил. Ну что, как вариант, блин? Не сработает, бля. Зона. Эта гора меня напрягает. Серег, ты ползешь? Нет, ты не в зоне. Я знаю, я, блин, не знаю. У меня тут такой пробел, я не знаю, куда ползти. Серег, нормально, если что, я тебе говорю, ты мышка, я прям вот уверен. Я тебе никогда не верил. Ты меня всегда обманываешь. Серег, понимаешь, если ты еще не поползешь, то тебя потом зона начнет догонять, тебе придется встать и бежать. Сейчас убьют дурака. Пи-пи-пи. Я мышка. Я вижу двух бандитов. Пи-пи-пи. Ксеном в чате написал, если выиграешь катку, то я не иду в школу, окей? Окей. Собирай портфель, блин. Челика вижу на горе бежит на 335. Блин, ну есть шанс, что они друг друга перестреляют, и все, и мы просто выиграем без скиллов. Так, а я в зоне? Ну почти. Блин, даже кустов-то где-то. Угу. Ну там уже все получается. Там все, тапки, братан. Так, те побежали, они тоже в кусты. Не, ну кем прям всех перекрывает? Это триндец. Зона сраная меня догнала. Ага. Зона, угу. Ну что, поползли? Только нам ползти что-то далековато. Мне надо полежать, забустаться. Мужик. Смотри, как их душат этих челиков. Посмотри направо за деревом, два дурочка. Вижу, я по нему стреляю, я вижу. Да-да-да-да-да. Пока не стреляется, поползли просто. Какие же мы крутые. Серег, ты чувствуешь эту крутость просто? Не ползи никуда. Че, не ползем? Кто смотрит? Кто? Челик, который в кемпе. Угу. Ползли. Ползали. Дальше. Там челик в кемпе, вот видишь? Я что-то? Предлагаю ползти, когда он моргает. Вот прям моргает, и мы ползем. Сейчас он еще смотрит. Меня как и обещал, завтра рано вставать, а я туда не вырезал же. Мы верим в тебя, решетка Сирена. Поползли, он моргает, я чувствую это. Они прям пушат, смотри. И слева Тима сейчас будет пушить. Ой, слева кустики вижу. Да-да. Челик, видишь за камнем слева? Да, вижу. Ползем, мышки. Серег, триндец. Я предлагаю кинуть смоки куда-то прям сейчас. Мне кажется, чел справа о чем-то догадался. Я так чисто думаю. Серег, зона. Да, хаешку туда и бежим. Зона. Серег, один челик. Понимаю, он здесь. Угу. Да, кинул туда хаем. Он за зоной. Угу. Дал тычку ему, я победа, дал тычку. Мужик, мы выиграли. Ядрить, копать. Друзья, если вы это видели на канале, вы чувствовали эту гениальность наших действий? Каждое действие просто поползли, победили. Друзья, с вас лайк. Это топ-1 онли с револьверами. Это было просто охренительно.